Всем привет, с вами Джакоплей, и мы продолжаем играть в The Sims 4 дополнение на работу. И давайте приступим к игре. У нас вечер. В прошлой серии мы пришли с работы, Майк получил старшего детектива. Это просто бомбезно, это вообще круто. Кэтлин до сих пор ждет ребенка. Как мне написали в комментариях, он родиться должен в пятницу. Я думаю, да, в пятницу родиться. Так что... Увидите, триместра пишет через 12 часов. Получается, сейчас второе триместр идет. Получается, где-то в пятницу она родит. Все правильно. Ну вот. Так что давайте, она хочет у нас кушать. Давайте покормим ее. Давайте перекусит она овсяночкой. Потому что ей нужны эти кальций и всякое такое там. Так, Майк у нас пока в душе. Потом он быструю уборку сделает. И, наверное, пособирают всякие камушки, потому что я хочу отправиться в магазин. А магазин из-за того, что мы написали то, что все хотят в магазин. Я голосование в группе проводил, и большинство проголосовали за магазин. И мы туда и отправимся с вами. Так что заходите в группу, я там часто буду проводить всякие голосования, пишу свои новости, все. Так что заходите, читайте. А, уже много, да? Давай, Майк, быстро. Так, никаких общений там с тетками не надо. Майк, ну хорэ общаться, надоел уже. Я понимаю, что он этот любитель пообщаться. Ну а, он мировой друг. Надо, кстати, черту его изменить все-таки характера. Так, давай. Те, ну грибы, ну что... Что, они не берутся? Бери грибы. Потом, сейчас возьмем вот эту вот. Вот этот цветочек, то есть. Тут камушек возьмем. А здесь ничего не бывает, да? Да, здесь ничего не бывает. Ну все, в принципе, мы все взяли. Отлично. Да? А, вот еще цветочек. Давай возьмем тоже. Надо будет все пособирать. Все пособирать. Все. Все. Господи, душ сломался, ё-моё. Так, чинить. Иди чини, а потом ляжешь спать. Майк, давай быстрее. Кимба! Давай быстрее, иди в туалет. У меня токсикоз. Замучил. Кэтлин, походу. Так, теперь... Ого! Тебе теперь, Майк, много работы, слушай. Давай, вытирай, убирай все. Починить? Ой, почистить, починить, говорю. Чинить, вот. Кстати, да господи, ты будешь до конца жизни ее вытирать. А, мне писали то, чтобы я увеличил эти, улучшил предметы, сантехнику. Но я не буду этого делать, потому что мы же переедем в следующий, где-то, ну, не в следующей серии, конечно, но в скором времени мы переедем в другой дом. Я думаю, нам не надо это улучшать все, потому что у нас будет новая мебель. Так, давайте это все выбросим. Ну, протри пол. Протереть пол. Ему не хватает общения. Ну, завтра пообщаешься? А, давайте отпуск возьмем, точно. Кэтлин завтра работает, а вот он тоже работает. Ну, Кэтлин-то беременная, она не пойдет. Не хочу, чтобы она шла в магазин. Давайте, все. Можно и поспать. Ой, у нас уже 4000 практически. Ну, а что мы такое сделали-то, что у нас деньги отнялись? Или ничего не делали? Кстати, скоро будет обновление майское, это круто. Так что, по-любому, что-то будет крутое. Так, давайте. Ой, какой там удлет. Токсикоз. Кэтлин просыпается, чувствуя себя прекрасно. Будто что-то... А, не прекрасно. Прескверно. Будто что-то мечется внутри. Да. Прошу прощения, опять невнимательность моя. Она меня когда-нибудь погубит. Так, давайте... Нет, фруктовое вот это не будем есть, потому что оно невкусное. О, боже, еще что-то сломалось. У нас вся сантехника полетела в доме. Слушайте, так вообще как будто, знаете, по-моему, в первой части был джин. Он мог всю сантехнику сломать. Вот такое ощущение, как будто мне джин прилетел и все сломал нафиг. Так, Майк еще спит. Когда поспит.
возьмет порцию и поест. Ой, это что сейчас было такое? Ничего не высветилось. О, Кирин теперь может уходить в отпуск по семейным обстоятельствам. Майк теперь может уходить в отпуск по семейным обстоятельствам. Круто. А-а-а, вот все-таки, видите, правильно. Значит, мы родим. Уже скоро родим, получается, в пятницу. Круто. Отправить самостоятельно, давай, иди на работу. Майк как-то без тебя переживет здесь. Так, давай, чини. Ну, покушай, конечно, и потом чини. Протри пол. Убрать, помыть. Давай. Так, давай, ты соберешь камушки, пособираешь еще, лягушек всяких. Почему бы и нет? Нам нужны деньги, нам нужно очень много денег. Очень-очень-очень прям много денег. А кто, вот кто не любит деньги, мне просто скажите. Мы где-то только 1005 за всю игру, наверное, заработали вот на этих всяких штучках. Если честно. Так. И вот грибы. Все, отлично. Давай. Сколько мы всего нашли? Иди сюда. Так. Поскорее бы уже майское обновление какое-то там долгожданное. Как раз яйца уже уберу, потому что они, если честно, уже задрали эти яйца. Сколько у нас всего много? Офигеть. Сейчас отправим геологический совет. Извлечь окаменелость. Давай. Так. Отправить геологический совет. Яйца эти продадим. Они нам не нужны. Открыть. Открыть. Так. Сломанная окаменелость. О, господи. Ничего хорошего мы. Так. Нет, давайте. Блин, этой лягушки нету. Я вот знаю то, что есть лягушка. Там что-то со спиральным узором. Ее можно совмещать там с баклажанной, по-моему, лягушкой. Получается классный вид. Эти все лягушки дешевые очень. Так что можно их удалить. То есть продать. Знаете, мы только за два раза насобирали 50 грибов. Вы представляете? 50 грибов. Это просто офигеть. На 150 цветов заработали. Ну, 50 миллионов. Так, офигеть, сколько у нас всего. Открыть. Посмотри, сколько у нас грибов. А можно посмотреть полностью? Так, закройся. Ну, немного стоит. Тоже немного стоит. Ну, тоже немного. А вот клубника. Так, такси. Тебе продадим это все. Так. О, подсолнечная лягушка. Отлично. Хорошая, кстати, лягушка, я думаю. Открывай. Фигурки пособирали. Что-то как-то мало мы все в магазин отправим. Ну ладно, давайте. Отправимся в магазин. Грусть. Одиночество. А, кстати, у кого планшет был? Вот планшет. Бери его на работу. И давай, то есть в магазин. И отправляемся в магазин. Отправиться. Давай, Майк. Звони. Вызывай такси. И мы отправимся в магазин. Давай, давай, давай. Магнолия Променейд. И наш магазинчик. Все, мы прибыли в магазин. Давайте поставим на паузу. Сейчас пособираем вот эти всякие штучки ненужные. Продать. По-моему, мы продали еще картину, да. Продать. Отлично, давайте теперь это все красиво расставим. Так, так, так. Ой, нам еще одного не хватает, было бы вообще зашибенно. А, вот так вот. Ну все, отлично. Потом, тут такая ставим. Отлично. Давайте поставим на продажу. Вот, по-моему, подсолнечная лягушка.
Так, давайте снять с продажи. Давайте попробуем их размножать. Пока нельзя. Ладно, поставим, ладно, все. Я думаю, мы еще такие найдем. Так. Так, на продажу. Отлично. Потом ты, наверное, почистишь прилавки. Здесь они чистые. Потом мы, думаю, перечислим денежки. Давайте поменяем. Сколько, наверное? Давайте 365. Отлично. Давайте пополним. Так, нарядить манекен. Так, нарядить манекен. Потом вот так вот и нарядить манекен. Вот так давайте. О, музыка заиграла. Майк, давай быстрее. Ой, у него туалет он хочет. Думаю, сейчас сразу сходим в туалет. Сейчас у него общения будет. Прям много-много. Так, давай воспользоваться общественным туалетом, да? Нет, просто написано туалетом воспользоваться. Так, давай, Майк. Быстрее, наряжай манекены там. Будем открывать магазинчик уже. Давай. Так, так. Все отлично. Открыть. Все. А, магазин открыт, и Майк ждет первых посетителей. Кстати, у нас что-то Нина Гонгадзе не приходит, мы, по-моему, ее уволили, я уже не помню. Напишите мне в комментариях, кто прям хорошо так следит за моими сериями, уволили мы Нину или нет, потому что что-то я уже забыл. Что-то как-то странно, я думаю, почему она не приходит с работы? Ой, на работу. По-моему, ее не увольняли, как я помню. Но ее что-то нету. Так, давай, иди в магазин. Быстрее, Майк, Майк, быстрее. Ты пришел? Нет, он еще не пришел. И где ты? Он грустный. Так, давай. Поприветствовать. Знать о финансовых возможностях, поприветствовать. Давай, общайся, Майк. Сейчас, вот знаете, что самое мне нравится в магазине? То, что можно найти много знакомых, друзей. И просто можно столько общения получить. Просто офигеть сколько. У него еще и гигиена, проблемы с гигиеной. Ничего, бывает. Так, давай. Узнать ответы на вопросы. Всякое такое. А что у меня перемотка стоит? Как-то странно. А приз покупателя. Почему они вот здесь не сидят? Странно как-то. О, у нас уже 1005 очков бонусных, круто. О, Китлин заработала 392 симолеона. Круто. Давайте развить навык изысканная кулинария. Хочу. О, какие цены, какой выбор. Давай, обслужи покупателя. Майк, давай быстрее. Майк, давай, обслуживай покупателя. Давай, 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 давай. Кстати, ей хорошо, по-моему, подошло. А, ботинки, кстати, ей даже ботинки, получается, покупать не надо. Ой, он наряд купил, отлично. Никита только что купил наряд за 262 симолеона. Что это такое? Он что, нарал на него? О, боже. Вот о финансовых возможностях, предпочтения в покупках, да? Да. Плюс 702. О, это же ему за отпуск дали, круто. Вот это он бабки зарабатывает, уже старший этот... Старший детектив. Скоро мы будем большие бабосики зарабатывать. Это круто. Обслужить покупателя? Давай, обслуживай покупателя. Так, давай, Майк. Ты должен работать, ты не должен там... Ну, конечно, понимаю, ты же должен общаться, всякое такое. Но ты должен еще обслужить покупателя, так что давай, заканчивай. И обслужи покупателя. Ну, он докончит, блин, разговаривать или нет? Там знакомых видите? Нет, только чуть-чуть так. Надежда, она умерла? Блин, они все умирают. Как же это печально. Жалко, жалко, очень жалко, жалко. Ну чё, чё поделаешь? Хочется развлечений. А, и мне хочется развлечений, что поделаешь. Ну, в принципе, сейчас играю, мне сейчас нормально. Настроение хорошее у меня. Давай, Майк. Быстро.
Все, обслужил? Книг, что яйцо купил? А нет, фигурочку. Фигурку? За 112 миллионов? Круто, вот это да. Почему они стоят? 25. И такие наценки огромные, просто пипец. Круто. Почему вы ничего не покупаете? Давайте, покупайте. Давай, узнавай предпочтения о покупках. Так, давай. Некоторые странно, они садятся одного товара, а потом идут совершенно к другому и начинают, типа, чтобы их обслужили, просить. Как-то странно это все. Логично, вообще логика железная. Хоть картинка красивая будет. Сейчас, тихо. О, да, картинка будет вообще классная. Так, давайте. Так. Нет. Давайте не будем делать так, а сделаем просто вот так вот. Вот так вот. Лучше. Нет, за цветком ничего не видно. Вот так вот, давайте. Отлично, все. Простите то, что я делаю скриншоты, чтобы... Я сразу их делаю, чтобы потом не заходить, опять не играть, не делать скриншот. Ну, для серии, я сразу их делаю. Так, давай. Обслуживо. Ну, блин, почему никто ничего не хочет покупать? Приветствую. Он даже никого не поприветствовал толком, офигеть. Все, продал. Ну чё? Продал. За 22. Круто все равно. Капитал уже 507. Офигеть, круто. 160 очков у нас. О, значит, он про развлечения рассказывает ему. Обсудить технику фитнеса, давайте. Я, конечно, не уверен, что с ней это будет важно, но... Да, ей понравилось? Круто. Какой выбор, какие цены, давай. Одежду покупаешь? Одежду? Да, одежду. Круто, давайте обслужим ее. Майк, давай, иди. Майк, не стой, давай быстрее. А потом его обслужишь. Давай. Сейчас придешь домой, посмотришь телевизор, успокоишься. Давай. Вот кто помнит начало летсплея, кто смотрит меня с самого начала, то как мы начинали, с какого магазина начинали, с какого, какой у нас дом был пустой, сейчас у нас просто классно все. Смотрите, о, а почему так? Как-то странно. Получается, когда мы подойдем к этой лампе, тоже так же будет? А, мы не сможем подойти к этой лампе. Ну что, прикольно, типа так за река. Светится. Ну ладно. Не будем. Смотри, так давайте. Покупай, 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 покупай. Покупай самую дорогую, такую, такую, ой, такую. Давай, давай, покупай. О, самую дорогую купил, молодец. Вообще, это классно, то, что они покупают самое дорогое. Так, Майк, давай, закрывай магазинчик уже. Мы заработали 880 миллионов. Ну, тоже, кстати, неплохо. 5 предметов продали. 7 часов магазин работает. О, они типа прощались со мной? Ну круто. Так, давайте. Поубираем таблички. Поубираем таблички. Яйца у нас, кстати, никто не купил, офигеть. Нарядить манекен. Давайте нарядим так. Нарядить манекен, нарядим. Ладно, вот так вот сделаем платье. Платьице. Ой, он уже воняет. Майк. Давай быстрее. Протирай полочку. Хочу, чтобы сразу потом, в следующей серии, чтобы мы пришли, чтобы уже было все чисто, да. Так. 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 Это можно сюда поставить. Вот, отлично. Все, нарядил манекены? Отлично.
Все, можно отправиться домой. Давайте отправимся домой, потому что он уже хочет домой. Давай, Майк. Давай, быстрее вызывай такси. Все, мы прибыли домой. А почему Кэтлин здесь стоит? Странно как-то. Кстати, давайте купим уже сразу колясочку. Ну как колясочку, кроваточку такую. Детскую маленькую для ребенка. Пока поставим желтенькую. Просто не знаю, кто у нас садится. Он покажать не может. Отлично. Значит завтра все-таки. Завтра мы уже родим ребеночка. Давайте он примет душ. И ляжет спать, наверное, да? Нет, он еще и покушает. Быстро перекусит молоком. Ляжет спать. Я думаю, закончим на этом серию. О, надо, тут, кстати, убрать будет это. Ой, спинка у нее болит. Смотрите, как она губы сделала. Круто. Думаю, вам понравилась эта серия. Если так, то не забудьте поставить палец вверх, подписаться на мой канал. Также подписывайтесь в мою группу ВКонтакте, ссылка в описании. Я там пишу все свои новости, все про канал, так что ничего не упустите. И да, как всегда, был с вами Джека Плей. Увидимся в следующей серии, когда у нас наша Кэтлин родит. Так что, если хотите это поскорее увидеть, то набирайте 200 лайков. Я думаю, вы уже сможете это сделать. Будем с каждым серией, вот чем больше будете набирать лайков, тем больше буду и требовать. Ну, потому что каждому человеку приятно, когда ставят много очень лайков. Давайте 200 лайков, и сразу же новая серия. Сразу же. Так что, всем спасибо за просмотр, всем пока!